Том личку скинешь. Желаемое или действительное тебе скинуть? До и после. Типа в фотошопе картинку составить, как на рекламных сайтах? По товару 104 и 105. После. Подожди, а какой из этих протоваров это обвисшая грудь? Т4. Понял. Ульти, ты полностью в ДД, без ШВ. А чё у нас, Хулипалу увидели око и обосрались или что? С Хулипалом вообще сегодня будет. Ну, по крайней мере, один Хулипал меня предупреждал, что его сегодня не... А второй, не знаю, хз. Да, без вопросов. Отсюда воронки тоже в ГБ терять? Не, отсюда воронки пороло. В конце. Кто выролит, тому отдадим. Если ты говорил про Розарио, вчера я спросил про него. Просто он, ну, один раз ливнул, и сейчас обратно сбей, поэтому я... Человек пошел с друзьями, к друзьям в гильдию. Нет, он, это его гильдия была. Ну, отчасти не его. В итоге... Не стали его. Нет, он просто набор спал. Это кто? Вот, он пошел туда в гильдию, но в итоге там у них нихуя не получалось вообще ничего не закрывать, ничего, и в итоге он плюнул на все и сказал, нет, лучше я буду ходить в нормальные рейды, чем, блядь, буду ходить на босса. Самое забавное, это третий раз. Первый раз я пошел, недели две ро сделали, второй раз вот он сам создал опять ро, хотя выебывались мне в личку, что закрывают. Кто это? Не знаю. По крайней мере, когда мне надо было с их гильдии кикнуть челика, он... Не, я ничего против не имею, просто, блин, они пишут, да мы ебать, этот, без вайпов там дошли до джайны, там, туда-сюда. Не знаю, мне надо было кикнуть с гильдии челика, с ихней, попросил его, он кикнул, все просто. Если человек нормально делает, то, в принципе... Не, он нормальный, чё, он ничего не говорит. Лёха, а ты чё, пипопало удалил, что ли, или чё? В смысле удалил? Ну, это паладин был пипопало. Кикал его, нет, скинь. Нет, там в другом проблема. С этим паладином вообще всё, наверное, проехали. Чё-то онлайн его не видно. Да его и не будет. У него там работа, что-то не позвали. Что-то меня убьют или нет, блядь? Тебя страшно. Хер там, да? Сложно меня убить. Мне нравится, как люди свичаются сразу. С агрессией. Бросаются, как гиены, блядь. Лёха. Ну, только хрен тут можно. Лёх. Что? Мы какой тактики бить будем сегодня? Два ШВ просто... или как обычно? Как обычно. Сегодня просто будешь дамажить. Вага, я почекаю трэш, иди, карай еретиков. Так, вместо Матиолы Мосса зайдет. Его пип получше, будет Мосс.
Яна, ты ж больше ОЕшный хил, да? На ардрушке. Ну, типа да. Ну вот Мосса будет больше по соло таргету, а ты будешь по ОЕ. Да ёбаный аукционатор. Смысл уже друида делать таргетного всего. Ну в Т5 это вполне реально. Нет, а смысл? Когда нет хулипала, например. Как сейчас. У него два билда. Все равно это будет неполноценный хулипал. Ну это лучше, чем отсутствие вообще такого. Вага, видел, как печать заработала на прочке? Все равно как дроида не надевай. Чего в ПВП? Ты херачишь печать в ПВП, у тебя эта печать прокает. От обилок, помимо того, что от автоатаки. Чему можно поиспользовать? Это на крите у тебя будет 30, да? Так, короче, мне надо релогнуться, чтоб премиум был. Много крипта все равно не соберешь. Ненавижу ДКшек, которые. И армсваров, которые носят агилу. Потому что это сразу. Никакого ДПСа. Это как в фильме в этом. Большой куш, ненавижу, блять, цыган. Все равно мало. Какой нахер ДПС будет с агилой, вы о чем? Хотите быть в жопе рекаунта, носите агилу. Все просто так, короче, этот релогаюсь. Ставьте рыбу пока. Ешьте рыбу. И суманить кого там нет. Ставьте шкаф. Да какой у тебя вага на армсе урон там? Где-то в жопе рекаунта. Не знаю, мне твой армс что-то в последнее время не вдохновляет. Не знаю, может, когда 4Т4 будет что-то поменяться. Ой, 4Т5 будет что-то поменяться. Пока что у меня что-то вообще не вдохновляет. Ну, то ли дело, я понимаю. Бладыка. Сразу, даже с двумя кустами уже начинает вдохновлять. Даже Фрост тот же самый. Или анхолик. Форик еще вдохновляет, кстати. В 4Т5 форик неплохо. Меня Настя на грудь вдохновляет.
чтобы ты знал, как она выглядит. А я... Я про грудь в целом, просто ты же до того с Леной общался, а там как бы, ну... Так, рыбёху поставил, кому там не хватало. Очень всем рыбёху-то. Так, дальше этот, по второй фазе сразу объясняю, кто где что делает. Первая платформа Коват, вторая платформа Монород, третья платформа Войд, четвёртая я. Ты слева направо или справа налево считаешь? Слева направо. Весь рейд бежит через звездочку, поднимается на первую платформу. Когда надо будут сейвы, я скажу это дальше. Первая фаза, в принципе, все знают, все как обычно. На второй фазе по хилам, которые будут, блядь, хилить Монорота и Калата. Это будет у нас Мосса, и это у нас будет Элбрил. Вдвоем там будете стоять. Как будут мобы взрываться, Коват кинешь на Элбрила, кинешь Длань Жертвенности, дашь Массакру, дашь Мастер Авр. Дальше этот, по поводу Моссы, ты что делаешь? Нажимаешь дубовую кожу, и Элбрил по тебе кидает эту херню, которая дефает. Стараемся слить первого моба, фулл ДПС в него. В принципе, все, пока что. Лёх, подожди, я в ДЦ? Ты в холике. Под себя ты имеешь в виду это... Которая колодец? Не, от колодец, и там тебе есть ещё, которая, блядь, дефает, как она называется. От смерти спасают крылышки? Дух. Не крылья. Которая дает повышенный отхил, или как она... Чё в холике дает повышенный отхил? Да чё, у нас ничего не дает такого, ну, чакры тут он нету. Он дает повышенный отхил и защищает от смерти. Ну, что ты имеешь в виду? Ну это на одну цель дух. Ну так дух на себя, ой, на этого, на друида бросаешь и все, на мосс. Хорошо. Мосса диспелишь Элбрила. По второй фазе, здесь на первой платформе работает Genoen, Йена тоже отчасти будешь работать и спейлить. Там Прости, Полина, Настя будете больше прохиливать. На второй? Да, на второй. Анкил, если видишь, что на девке есть диспелинные дебафы, воруешь на себя, нажимаешь глыбу и сбрасываешь. Это вторая фаза. Окей. Еще раз даю проверку. То есть ты не паришься, тебя будут их забирать. Мосса, чего не хватает. МП5. Я также ухожу на 3-4 у вас хилить, да? Да, тотем поставить, короче, по ближнему кругу. Бегает Прости, Полина и Мосса. Йена, Элбрил, Настя по-дальнему. Дальше. Два ханта ближний круг плюс Кирс. Все остальные дальние. Долорес там сзади, как обычно. А, мы бегаем, окей. Женуэн на дальнем, да, мы побегаем. Еще раз даю проверку. Первый Коват, второй я, потом Коват, потом я, и так чередуемся. Все, все здесь, все готовы, погнали. По готовности пулем. Позиционку уже должны все стоять. Все, на пул пошел, погнали. Еру никто не дает. Дадим на второй фазе, на первом моде. Каст. Перебежали. В лужах только не стойте, вот там, смотри, блядь. За лужами, чтобы эти РДД не тупили. Если что, проносит кому-то выбежать или что. Плюс за мобами, короче, тоже там подстанивай. Короче, ты полностью на контроле, там на мобах, плюс на рейде. Тяжело быть про товаром.
Монород на диспеле. Забирался. Да, забрал уже. Япончик, ты чё, блядь? Выбежать не можешь? Тело раз. Ты чё? Пускай доходит. Женуэн поднимешь. Да? Стан, блядь. КД стан, хули. Где ты, контроль? Ты больше давай станы свои в это, в контроль в наш. Больше контроля будет. Ложить. Блять, ловушку кинул, вар стан дался. Войд. Нахуя вы замедляете так мобов? Мобы замедленные, я ебу просто. Не чтобы, блядь, сразу доходили мобы до босса. Вы их замедляете, блядь, пиздец. Точечные станы давайте, блядь, которые надолго мобы стоят в станах. Мобов, которые появляются возле босса, не трогайте вообще. Баф этот резаем все и даем баф. Япончик, блядь, выбежать еще раз, блядь, не сможешь, но начну начислять. Что вчера долг, что сегодня. Вчера я первый фаз... то, что у меня локало, и все, я больше ни из чего не попал. Да задница, если ты перебегаешь под конец каста, блядь, там урона не проходит. А тайфуны есть? Да, есть. Саппорт он у всех есть? Или на ком-то нет? На троих нет. На ком нет? И Утя, Сила Бездны, да Ирдрай. Где саппорт? Ну как показывает, может, эксперт забагал всех. Угу. Полей на что не хватает. Утя, Редвар, Кирс. МП5, тотем. У вас два шамана, которые будут. Лапу дайте. Кто готов на позиционку? Еще раз проверку дам. Даю. Окей, давай. Как будешь готова, скажешь. Хан, ты включите ауру. Все, все готовы, все готовы. Погнали. Че, ары на АП нету или что? Не-не, есть все нормально. Старайтесь больше дамажить. Каст. Перебежали. Каст, перебежали. Моба. Каст. Прибежали.
могу забрать. Забирайте, готов. Пускайте мобов. Каст. Перебежали. Да. Неликс прохил. Моба. Массакру. Мастера рук дал, пускай три заходят. Я больше контролить не буду, заебали, сбивают трапу и все. Бей, босс. Тихо. Все, пускай тебя. Каст. Просил Редвара. Забираю босса. Одного стопорните, два этих. Все, вижу. Пускай доходит. Просел Рейна. Каст. Мобов. Пач. Ла, пускай заходит. 5 секунд заберу. Леш, тебя ревностный не ушел? Нет. Кто-то просил приди. Все, два пускай доходят, одного стопорни. Сел. Каст. Босс активнее. Моба. Ближние доходят, дальних контролем. Вот эти два пускай идут. Вот эти будут законтролить в воде. Замедлил их немного. Все, пускай заходят эти два. Дальних, которых идут, замедлит. Забираю босса. Два. Блять, не пустите этого моба. Все, пускай два заходят. Просел. Диспел уже 10 секунд висит. Каст. Перебежали. Пять тигим на ману хоп. Мобы. По боссу активнее дамажим. Я у нас не ушел. Есть возможность? Забирай. Да, да. Давай, забирай. Каст. Переводите босса. Отпустите мобов. Мобов отпустите, блядь. Нормально. Похильте. Звездочка. Побежали все. Через звезду, ребята. Пробежали наверх, тут прохилились. Боссов фокус. Ай, булочками шевели уже, осталось времени, дай две.
Дай 2 БР надо. Все нормально. Видал, о, видал, прям в притык. Тихо. Красиво. Так, что, все так же, да, у нас? Еру, Еру дали. У нас рассеянность. Первая усталость. Третья слабость. Четвертая. Вторая ярость. Еще одна ярость. Каст, милики, стенки, каст. Каст. Стоим, потом выбегаем. Яну прохил там. Монорота. Держите монорота. Яна, где Яна, блядь? Чего дохнет Яна? Ну я потому что декурсил, монорота никто не продекурсил. Мне нужно его продекурсить. И потом еще поднять его, кого-то и... Подними же, но Яна, быстрее. Вот тут у монорота же упал. И кого-то сейчас упадет. В стене, в стене! Проблема в том, то, что монород выходит со стаками, и как бы я топу стою, секунд 15 и вот докуршу. Да, вы зря болтаете во время пула, ребят. Бейте. Третий, четвертый Фениксу, они это все. А, сходи. Краем лучше подойдите. Тихо вы. ШВшка есть? Да. Контроль по мобам. Дайте контроль мобам. Блядь. Все сейчас дойдут сразу. Ну, первого, можно сказать, и бить. Короче, мне нужно, чтобы кто-то монорота продекурсил перед выходом на фазу. Вот и все. Маг зачем есть? Не знаю, пусть маг продекурсит и глыбы вообще. Рада декурсить. Монород, я говорю, там нормально было бы, если нет. А мне гевку надо декурсить? Мне декурсо бы не нужно было на себя забирать. А что с контролем по мобанту будем делать? Тут все за контроль и все дошли. Блять, нам надо слить. Сколько осталось у него? Да все, он там умер. 3% осталось. Меньше. Короче, третий наш. Короче, это нам надо слить его до этих мобов. Вот до этих 10 мобов нам надо его слить. И чё, а эти мобы потом куда пойдут? До следующего Феникса. И как раз там будет дохуя. Ну, типа пространство, чтобы. Получается, чтобы этот они долго шли. Во-первых, они будут долго идти. Релогность не бафайте. Во-вторых, там контроль можно будет раздать нормально. И посливать его от следующего моба. У кого фласки алхимика есть? Безумного алхимика. ДПСа маленько не хватило. Есть такие? Сейчас вот на четвертом получается был Крик Феникс и Дизарм. Я во время этого Крик Феникса вроде отворачиваюсь, даже первый раз отбегать пытался. А, не работает отворачивание на дизарме, я заметил. Этот, отворачиваться помогает только от фера, на все остальные часты не работают. Короче, этот, Анкел, ты ж во фросте, да? Да. Короче, смотри, пробуем по этой хуйне, типа, полностью стараешься всех мобов контролить. Вот смотри, да, мы сейчас на первой платформе. Близзардом тормозишь, пускай-то я. Мы на первой платформе, ну ты же там можешь бесконечно их контролить. Вот, на первой платформе получается вот эти 10 мобов, ты даешь по ним там дикое замедление. Женуэн, твоя задача просто будешь, блядь, как Гена говорил, откидывать их. Если они будут подходить к следующему Фениксу, будешь просто их откидывать. Так. Даже не... Не сразу, получается, вот мобы появились, ты их откинул не в Феникса, блядь, а куда-нибудь подальше. И маг дальше замедляет.
То есть вы вдвоем просто на этой хуйне. Плюс там Кирс Орни, блядь, короче, весь ауешный контроль даете, то есть который контролит. Объясните, да, их всех надо контролить или как-то частично кусками? Всех, замедляю всех, и все, что видишь, все контролю. Это на второй фазе только, дайте, да? Теперь скажу. Монород, беги, пожалуйста, через правый заход, да, мы с тобой успеем добежать.